Привет, ребята! С вами снова я, Соня Скай и Дима! Сегодня мы отмечаем украинскую Пасху в Берлине, и мы нашли, мы проснулись и нашли уже вот столько яиц. Ну, два, наверное, вам принес их пасхальный кролик. Продолжаем искать яйца. Да! Давай. Так, яйца. Подарок. Это кому? Сейчас. Это Соне. А это мне. В туалете, значит. Давай в туалет. О, нашел. Молодчина. Молодчина. Нашла. Молодец. Вот. А я пробегал, его не заметил. А что это тут делают? Ну, может, это подсказка? Может, надо там лучше искать? А это подсказка! Да вряд ли. О! Подарок! Это тебе. Ура, это мне. Так, яиц тут нету, значит, я нашел. Вот это мне. Нет. О, да, тут. Ого, сколько! Сколько их тут? О, боже! Вон там еще нашел. Знаешь, я положу. А все на обратно отнесу. Вау, это кому? Это тебе. О! Да тут яйца и колпачок. Яйца и колпачок? Да. Вот, яйца и колпачок. Он в мой упал. Собрали много яиц и теперь приступим к подаркам. Да, я не знаю, что тут. Ну, давай. Я не знаю, что тут. Открывай. Но мне точно кажется, что там мыльные пузыри. Да, и конечно же это мыльные пузыри. И мне, а мне кажется, там мыльные пузыри. Я почувствовала. А тут... Ура! Я их почувствовала. Сама почувствовала. О, отвил. Вау! Вау, какая прикольная машинка. Тоже отвил. И схватился у меня это. Круто. А у меня очень... И опять отвил. Значит, и у меня опять отвил. Ну да. Уже и так понятно. Я открываю самую модную машину. И куда она сейчас поедет? О боже, как далеко. Класс. А у нее отличаются колеса. Угу. А вот моя самая крутая машина. Покажи. Боже мой. Ух ты. А вот мой джип. Класс. Смотри, красный, слева синий. Так я выгляжу опасно. Ребята, мы будем биться яйцами. Давай. Раз, два, три. У меня опять... А, у меня немножко треснуло, но у меня можно сказать... Я не сильно. Я желаю, чтобы вы никогда не болели. И я. Мы рады вашим семьям.